Тр-тр-тр, погнали! Здорово, катаны, с вами Турбо Ёжик, играем мы Battlefield 4. И я опять продолжаю танковать, как обещал, начинаю свое видео как раз от этой парковки, где меня завалили. Теперь я буду более осторожным, чем до этого, и не буду лезть напрямик, прям в лобовую атаку. Будем как-то тихоньку. Тут еще, смотрите, пулеметчики везде стоят, хотя они никакого вреда, в принципе, не причинят. Ух, нихера я его вырубил. Никакого вреда не причинят, в принципе, из своих пулеметов. Но они прикрывают танки. Пытаются меня как-то убить. Не знаю как. Навряд ли у них это получится. Есть. Все-все, напролом не прям, осторожненько. И заезжаем. Тогда я не убил танка, который был сзади меня. И он меня завалил. Пришлось заканчивать видос на этом. Но вот теперь я справился. И все классно. Так. Черт. Смотрите, здесь ограждения стоят. Их нужно как-то опустить вниз. А как это сделать? Я не знаю. Может быть, стрельнуть просто по ним? Нет, ну по идее, от танкового выстрела они должны были упасть. Это вот неправда. Типа найти надо какую-то систему выключения. Где же ее найду-то? Здесь я не проеду. Не-а, здесь я застряну. Назад. А можно вообще выйти отсюда как-нибудь? Не-а. А это что? А, я могу переключаться. Ага. То есть могу пулемет брать и могу с ракеты стрелять. Так. Пешком-то пройдем здесь? Ну да. Скорее всего, где-нибудь здесь будет. Ну да, вот система выключения. Так. Включить заграждение. Все, они опускаются, смотрите. Классно. В принципе, у меня оружие... Ой, смотрите, тут базуки есть. Гаджет. Так, вот эту штучку можно взять. Воздух-воздух. Установка называется. Ух, нихера. Так, а зачем она мне нужна? А, там танк. Чёрт! Там танк, мать твою. А как стрелять с него? Не стреляет? Какого чёрта? Нет, это не работает штука. Ладно, возьмем другую. Зенитная. Вот, иглу. Я не знаю, пробьет он броню или нет. Этого танка. Без понятия. Так, ничего не происходит. Что за бред? Так, ну-ка, осторожно. Гаджет, игла. Почему не выбирается? Вот она. Навести на воздушное судно. У меня танк здесь, не воздушное судно. Вот он. А я не пойму, а ничего не происходит. Видимо, можно сбивать только вертолеты, но не танки. Так, ладно, возьмем другую штуку. А какую? Вот бронебойная. Вот это другое дело. Ну-ка. По идее, должна эта штука сработать. Вот так вот. Ну да. Класс. Так, солдаты, помогайте. Взорвался, что ли? Почти. Третья ракета. Чё-то слабоват патрон. Мимо! Мимо пролетел. Вот черт, меня сейчас танк завалит. Вот она. Ну что ты будешь делать? Он не пробивает эту броню. Может мне танк взять свой? Наконец-то. Ху. Чё, сядем в танк опять? В принципе, можно, наверное. Так, погнали все назад в тачку. Залазим. И вперед. Ха-ха-ха-ха. Да, такая руба нам нужна. Прям какой-то танковый, мать его, биатлон. Вперед, в общем, едем дальше. Ха-ха, задавил. Так, понял. Раз. Выстрел. Два выстрел. Ну давай третий. Куда, сука? Третий выстрел. Четвертый. Мало мощность, критические повреждения. Танк сгорелся, гляньте. До свидули. До свидули, дули, дули. Погнали. Так. Хорошо, что я не пешком пошел. Да вижу, вижу. Тут кричат, кричат, суетятся. Не очковать никому. Ёпта.
А как он так быстро взорвал нас? Какой-то странный танк. Быстро меня вырубил. Может, у тебя просто здоровья мало было на танке. Сейчас спрячусь сюда. Восстановим здоровье до конца. Вот так вот посижу. Их назад. Ха-ха-ха-ха. Сейчас восстановится полностью, потом поедем. Он по мне стреляет уже, кажется. Нет, я посижу здесь. Сейчас отрезаюсь. Будет сотка, и можно будет поехать. Паскуда, попал все-таки. Бронетехника, с той стороны холма. Откуда он стреляет в меня? Вон он. Еще! По курсу прямо. Ага. Сейчас, танчик, погоди. В бой. Солдаты, в бой. Ёж газуй. Вон он. Паскуда. Ну, здоровье почти восстановилось. А-а-а! Он за холмом, за этим. Он за этим холмом. Нужно как-то объехать его. Он там стоит на месте, на одном. Вон он. Попал, что ли, в него, не пойму. Или нет? Он тут уезжает уже. Ты куда пошел? Вон, пока задом повернулся. Быстро газу. Вот он. Давай, тварь, кто кого? На, ну еще разок. Хера лысого. Валим с танка. Черт. Ай-я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 й. Перезарядка. Так, надо с этим танком кончать. Прям злой он какой-то, мне не нравится. Гляньте, сюда можно сесть. Охеренно. Так, эта штука мне не поможет. Лимонка. Не-не-не-не-не, у меня другую есть. У меня другая есть. Ножик. Как мне переключиться? Вот, другое дело. Так. Где этот сраный танк? А, все, он загорелся. Взорвался. Так, ладно, дальше поехали на... Вот на этой технике. Так, садитесь все. Класс, я не знал, что можно здесь средства передвижения менять. А что с моим танком? Он жив? Ну-ка проверим. Ага, он восстановился. Все, поехали на танке. Не поеду на этой бронемашине. Миссия у нас все та же, добраться до аэродрома. Но никак мы это пока не можем сделать. Очень долго. Очень долго идем, передвигаемся. Еще танк. Вижу. Мимо. Блин. Тут что такое? Так, кажется, взорвал его. Нет. Ну, еще разок. Ты когда что взорвешь-то, паскуда? Давай. Есть. В минус. Так, нам куда-то вот сюда вот. Что-то я не пойму. Стрелка поменяла свое местоположение. Назад показывает. Или все верно? Куда теперь? Бронетехника противника на площади. Вижу. Черт. Давай. Ну еще разок. Давай. Да падал, взорвись ты. Ну, огонь, батарея. Огонь, батальон. Почему с пулеметом никто не стреляет? Ах ты, паскуда. На, тварь. 17 хп, валим с танка. Иначе его взорвут сейчас. Огонь всем. Гранату кину. Нужно было снайперскую винтовку взять. Она у меня есть. Ай-я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 й. Это набережная, черт возьми. Посмотрите на город. Пока воюем. А где-то паскуда. Так, того завалили, мудилу, который хотел меня шлепнуть. Может, никого не вижу. Хотя отметки стоят. Ну и где они? А, вон он. Ага. Живой, что ли? Был когда-то. Сюда что спрятался? Эй, братишка, ты еще лимонку кинул? Ну все, наша поездка на танке закончилась. Дальше мы не проедем. А нам надо вот сюда, вот. Пройдем через этот большой ресторан. Пройдем. Черт! Ну вы мне помогите, брата, по оружию. Вы че? Это что такое? Это что за хрень? К этому зданию, Рек. А, вон они.
Да я и понял, что к этому зданию. Кстати, один уже зашел. Как? Свой. Это что за байда? Кресла какие-то. Подохни. Сверху, что ли, откуда? Вон он. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вот он! Ну помогай ты, какой-то ты вообще ватный. Вот я не знаю, зачем они вообще со мной ходят. Я один могу с таким успехом проходить. Вообще ничем не помогают. Одни понты бьют. Элитные морские спецназовцы. Толку никакого. Нам нужно прибраться туда. Так, куда дальше? И сделать это без риска, иначе задание накроет. Ага. В другую сторону этого здания должен быть мост. Так, добраться до аэродрома. Сверху обзор может быть лучше. Я уже вниз спустился. What the fuck? Они еще откуда здесь? Вот черт. Так, мне пора менять пушку. Ибо у меня патронов мало осталось. Твою мать, 3 патрона! Этого не хватило? Фу! Так. Дайте мне оружие. Так, удерживайте, чтобы забрать. Так, пригодится мне твоя пушка, чувачочек. Так, идем дальше. Так, куда там? Ну чё, стоим? Господи, продрог до костей. Мост вон там. Где? Нас осталось всего 4. Нужно идти дальше. Там все как на ладони. Там никому не спрятаться. Нам нужен план получше. Тучи расходятся. Шторм стихает. Нам нужно спешить. Не нравится мне такая херня, вы спятили. Мы вчетвером против целой армии. Мы подробно обсуждали это задание с Гаррисом. Ну что вы боитесь? Вы же элитные морские котики. Всех порвете вчетвером, всю армию. А в чем проблема? Не нравится, что у вас в отряде женщина? Женщина для меня не проблема, а вот лжецов не переношу. Пойдемте. Нам нужно выполнить задание. Подумайте о людях, оставшихся на Валькирии. О всех тех, кого вы спасли. Они надеются на нас. На тебя надеются, китайская девочка. На тебя, морской котик, и, конечно же, на меня. Давай, отваливай. Помоги мне, Рекер. Конечно, кто же еще поможет? Она что-то скрывает. Присматривай. Давай, обезьян, убирай. Так, а дверь как открыть? Ну, спасибо, раб. Так, вот и мост, добрались мы до него. Зря оружие поменял. В принципе, я себе это оставлю, пушку, смотрите. 51 патрон в обойме, вау. Класс. Так, можно запасы пополнить. Готово. Снайперку оставлю. Нет, слушайте, до аэропорта мы еще не добрались. Вот черт. Это просто мост. Не высовываться. А вон и аэропорт. Вон самолет стоит. Это что такое? Иду, 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 иду. О! Вперед, товарищи! Дай-ка мне снайперскую винтовку, что ли. Ни одного не вижу. Ух, нихера его колошматит. Черт, еще гранату кинули. Дерьмище. Ну раз готово. Убейте хоть кого-нибудь. Вы можете это сделать? Блин, мне нравится снайперская винтовка. Вот он. Куда? От возмездия не убежишь. Так, пора вылазить нахер с этого автобуса. Так, как это сделать? А, вот выход. Рекер, осторожно, да я вашу задницу спас. Вперед, я сказал. Никому не стоять на месте. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Убит. Спасибо. Хорошая стрельба. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это шторм. Кстати, я даже бежать не могу. Иногда могу. Машинки какие-то одинаковые все, смотрите. Только сейчас заметил. Вот машина, все одинаковые. Ого, смотрите, ветер какой. Аж сдуло тачку. Класс, надо валить отсюда, пока нас не сдуло. Так, идем дальше. О, черт. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Охренеть! Ладно. Помоги, давай быстрей! Придавило! Меня придавило! Давай, помогу! Черт! В кого стрелять-то? Жесть! Давай, толкай!
А, у меня было второе оружие, винтовка, если помните. Откуда он взял револьвер? Непонятно. Ну слушай, выключи передачу, отвратите машину. Вы что, дебилы что ли? Ну, вот твою мать, паскуда! Я чуть башку не свернула. Эй! Идиоты, выключите передачу машины, откатите ее, бакланы! Что за ужасная компания у меня, а? Бля, идиоты! Выключите передачу, откатите машины, бакланы тупые! Кто вам оружие дал? Кто вас спецназ принял? Какого хрена? Это чё? Это корабль, что ли? Твою мать! Это корабль! Ну чё, Спанч Боб, встречай нас, мы на дне океана. Охренеть просто. Пока эти три, два идиота и одна тупая бабища пытались машину откатить, где включена передача, у нас врезался какой-то сухогруз. Так, я плавать могу? Водоросли какие-то, фу. А, чё-то меня аж передёрнуло. Ну хоть руку дай мне, мудак. О, никчёмная командышка. И этой командой мы собираемся спасать мир? Увольте меня. Увольте. Меня просто сейчас забомбит. Блин, я опять упал в воду. Так, где моя пушка? Эй. Да, моя винтовка исчезла. Револьвер стал. Так, ладно. Блин, я хочу винтовку. Я не хочу это говно. Далековато, не очень удобно стрелять с автомата. Ну да. Ну сейчас мы сменим пушку. Хотя если мы будем в здании, зачем нам винтовка? Так, да, скорее всего в здании. Нам нужен какой-нибудь пулемет, а может дробаш взять? Ни разу с ним не играл. Вот карабин какой-нибудь. Это что такое, М4? Нет, я это не хочу. Винтовки, снайперские винтовки, ручные пулеметы. Кстати, закрытые, не могу взять их. Так, ладно, основное оружие. Что за пушка? Возьму. Так, и вспомогательное. Я хочу дробовик взять. Вот этот вот. Готово. Что-то у меня два дробовика, что ли? А, нет, все путем. 15 патронов? Ну ладно, сойдет. Погнали. Оу, где мы оказались? Давай, давай, шайка. Солдаты. Хорош, закрыл. Можно отправляться. К мне дробаш. Наконец-то мы спрятались от бури. Это все, что их волновало. Спрятать свои жопы от бури. Не волнуйся у меня. Ну шевелите булками. Давай, давай, давай. Чоп-чоп. Чоп-чоп. Не-не-не. Тебя-то кто спрашивает? Я хочу услышать это от человека, которому я могу доверять. Ага. Темду как в заднице. Координаты, пульнем из ракетницы и свалим. Без проблем. Это будет долгая миссия. Такой командой только мир спасать. Ирландец, рекер. Там тоже. Он был командиром раньше. Ну хорош базарить. Погнали дальше, куда идти? А! Твою мать, надо наверх залезть. Так бы и сказали. Извини. Фу. Я не знала. Извини, я не знала. Ой-ой-ой-ой-ой, ко-ко-ко. Куда мы добрались? Вау. Да твою мать, ты чё не залез-то? Тайник с оружием, Рекер. Я не понял прикола, я где? Чё за... Я чё, под текстуру, что ли, провалился? Да вы издеваетесь. Я провалился под текстуры, господа. Так. С контрольной точки. Окей. Чё за глюк? Упал, короче, с лестницы. И под текстуры залез. Нормально. Так, ладно, сейчас я надеюсь, все будет путем. What the fuck? Что-то я не понял, а где я? Я реально под текстурами. Смотрите, я под текстурами. Какого хрена? Что мне делать? А вон лестница.
Смотрите, я под текстурами. Ребята, гляньте. Я не знаю, что мне делать. Где-то плаваю. Ёшкин балалайка. И как мне теперь... Как мне теперь залезть назад? Чёрт твою мать! Паскуда, вот это косяк! Вот это косяк! Может, игру перезапустить? О, короче, сейчас что-то будем думать. В общем, полазил я в инете, на форумах посидел. Оказывается, не только у меня такая штучка случилась. Это особенность игры. Не знаю, почему фиксы не выпустили. Не знаю, почему. А многие пишут, попробуй еще разок пройти. Вот я сейчас еще разок пробую. Надеюсь, заберусь сюда. Так, получилось. И... А, вот еще лестница. Вот как раз с этой лестницы я упал. А, и многие еще говорят то, что можно как-то обойти где-нибудь в стороне и сохраниться. То есть не по этой локации идти, а по другой. Попробуем. Главное не упасть. Фу. Фу, слава тебе в яйца. Ребята, я аж испугался, думал вилы. Так, перезарядка. У всех такая штука приключилась. Не знаю, почему не исправили, непонятно. Окей, идем. Где сохранение мое? Еее. Вот и сохранение. В общем, добраться до аэродрома, наша миссия продолжается. И кажется, мы уже близко. О, черт. И что, мы на прорыв пойдем или все-таки... Черт, истребители? Или нам по-тихому надо? Да нет, наверное, война все-таки будет. Погнали. Придется разобраться с этой охраной. Интересно, нам на самолете дадут погонять или нет? Очень хотелось бы полетать. Да, здесь и немного охраны, я думал, больше будет. Гранаты — это плохо. А это миги, что ли, стоят? Я не пойму. Да, это миги. Откуда они здесь? Странно. Ты еще откуда, паскуда? Подохни. Смотрите, это миг. Ну да. Если не ошибаюсь, конечно. Так, ребята, давайте, помогайте мне уничтожать этих... Слоумоков. Слоупоков. Вражин. Нихера он там с дробаша кроет по мне. Прикройте. Тише, 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 тише. Подожду, сейчас только я... Готово! Оружие пополню свое. Ты еще... Смотрите, с фланга стоял. Паскуда, тварь. Патрушки. И погнали дальше. Это звезда нарисована? Ну да, только почему-то... Корейские, что ли, не пойму. Ну да, мы же в Китае, китайские. Ну миги, что еще у китайцев больше? Ничего нету, кроме наших мигов. Погнали по лестнице. Фу, ну с этим глюком, конечно, я чуть в депрессию не впал. Кто бы мог подумать, да? И, кстати, у многих такие проблемы были. Форум просто кишит. Опа, самолетик. Форумы просто кишат этими проблемами. И все жалуются на это. Некоторые, как я сказал, пробуют еще раз пройти. А некоторые просто обходят. И заходят с другой стороны. Вот и все. Другого выхода нету. Никаких фиксов, ничего нету. Вот аэропорт. Может мне пушку сменить? Дай-ка вспомогательную возьму морковку эту. Урон нормальный. О, вот другое дело. Нихера там народу. Что нам делать? Не стрелять? Как же тогда? Пройти. Вау, здоровенный самолет. В атаку. Какое укрытие? Давай повоюем. В укрытие, в укрытие. Но по-другому здесь никак не пройти. Ух, нихера себе. Движок самолета взорвали. Смотрите, горит. А это кто в меня так палит? Я понял, что горит. Черт, зря я винтовку сменил. Черт, а. Там, кажется, никого. Вот они здесь все сосредоточены. А, нет, вон есть. Куда ты, ребятишка, бежишь? А ну, стоять! С той стороны, что ли? Ой, как много там! Ой, вас как там много!
Я сбоку здесь пойду. Вперед. Что за хрень, баллон что ли какой? Вау. Нет, ну движок просто взорвался эпично. Подкрепление. Куда ты? Мы совсем близко, у меня аж яйца вспотели. Ничего, сейчас пройдем. Яйца вспотели. А у меня ладошки. Смотрите, чтобы огонь не прекратил вам путь. Да иду. Черт, какие они шустрые, а? Надо отдать должное. Ребята стараются. Вот твою мать, кто-то по мне... Черт. Ты откуда там? Патроны кончились. Хреново. Так, придется другую пушку брать. Нет, эта пушка не очень. Если по чесноку, та была лучше. Но патроны кончаются здесь просто невероятно быстро. То есть многовато здесь. А гранат-то у меня нету. Есть. На-ка. Подохни. Не хочет. Сверху снайпер. Паскуда. Он живой остался, я его не добил. Так. Ну, почти на месте, наверное. Так, обойду-ка я их здесь сейчас. С флангов. И вот так вот. Красавчик, а вот и выход. Сейчас, погоди. Перезарядимся. Атакуйте. Снайпер, что ли? Что-то я его убить не могу. Вот хрень. Заходим. Welcome. Вот твою мать. О, русская машина, там флаг русский был. Это что, УАЗик, что ли? Поехали! Я за рулем или нет? Погнали! А, нет, я за пулеметом. Вот черт! Поехали! Огонь, оптика. Я готов, а по кому стрелять? Вот черт, это круто, это просто... А что за хрень? А, тут патроны имеют свойство кончаться. Я думал, буду просто стрелять. И они никогда не закончатся. Так. Твою мать, это... Какого хрена, а? Что за бред? Уходи, чувак! Чувак! А, самолеты взрываются. Но это жестко. Это просто жестко. Эпичная сцена. Наверное, одна из самых эпичных сцен пока что. И сохранились. Да. Удивило. И опять мы в нокауте, опять без сознания. Все горит, все пылает. Весь аэропорт раздолбали нахрен. Очнись, черт возьми. Пак! Вот черт. Не смей, сука, умирать. Ну же, черт побери. Пак! Там этажом! Учата там было! Какого хера? Ах ты ж еб! Да ладно, она что нас предала? Смотрите, она нас предала. Ах ты шкура. По-другому нельзя было. Ах ты сволочь. Нормально, да, мы ее пригрели, а эта падла нас еще и предала. Вот так вот как-то и живем. Сейчас посмотрим, что у нас будет. Наверное, уже другая миссия. Ну да, заставка. Так что пока на этом все. С вами был Турбо Ёжик. В следующей части мы заставку посмотрим и продолжим играть. Пока.